У нас в музее проходит выставка детской художественной школы, Красногорской детской художественной школы, которую нам предоставили наши партнеры по социальному партнерству. Мы с ними заключили договор и будем сотрудничать, мы надеемся, долго. Наше сотрудничество не только в том, что мы предоставляем площадку для их выставочных работ, но также мы выходим в художественную школу, рассказываем детям, выпускникам и старшеклассников художественной школы, читаем им лекции и рассказываем о Великой Отечественной и Второй мировой войне. У нас представлено больше 20 работ, которые в детской художественной школе собирались за несколько лет, наверное, даже десятилетиями. Авторы – подростки 15-17 лет. Все работы выполнены в разной технике. Здесь у нас и рисунок, и графика, и живопись. Работы разноплановые, все они объединены тем, что каждый сюжет автор прорабатывал и со своим педагогом, и, видимо, изучал какой-то материал, может быть, дома какие-то истории домашние, фронтовые. Кто-то рассказывает историю девушки, которая закончила школу и уходит на фронт. Вчера выпускница, сегодня санитарка. Кто-то рисует военные натюрморты. Но все это объединено только одной темой. Такой посыл у них очень, несмотря ни на что, посыл очень позитивный. То есть в любом случае впереди победа. И мне кажется, что вот это главная тема.